Будет, но ты съедешь, я тебе точно говорю. Я понял, точно, да. Там на гелике съехал, понимаешь? Точно? Да, ну давай, пошел. Все, давай. Лаван, держись! Лаван, держись! Записывает, наверное. Ты записываешь? Угу. Записывай, смотри-ка. Итак, это были самые эпичные покатушки, мне кажется, за все время, которое я видел. Мы потеряли 3 автомобиля. Так-так, здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня у нас покатушки. Я уже неделю назад примерно выкладывал, может чуть больше, это видео, но из-за плохого качества звука и еще из определенных недопониманий, о котором я расскажу чуть позже, перезаписываю сейчас и комментирую уже некоторое время спустя. Сзади меня один из главных героев наших покатушек, и, скорее всего, начнем. Вот брутальная тачка стоит, смотрите. У меня спрашивают, почему ты ее не закрываешь? А вы попробуйте туда, зайдите, попробуйте оттуда кошелек. Страшно из нее что-то красть, потому что это страшно. Итак, мы все собрались в карьере, потому что сложно найти летом хорошую грязь, сложно найти снег, поэтому мы не нашли ничего лучше, как забраться в карьер, куда проезд легковым автомобилем запрещен. Кто у нас был в компании? Естественно, это кроссоверы, куда же без них, потому что, когда мы говорим про кроссоверы, очень правильно показать некую грань, где проезжает обычный полноприводный кроссовер, где проезжают уже полноценные внедорожники. За кроссоверы у нас отвечали в этот раз Nissan X-Trail, 2 литра бензина, автоматическая трансмиссия, полный привод, естественно, Volkswagen Touareg 4.2, полный привод на пневме, и, в принципе, все. То есть, два кроссовера из серьезных внедорожников. Тогда, на тот момент, приехал я на Геленвагене, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero и, значит, с трансмиссией Super Select 4-цилиндровый дизель, 170 лошадей. В принципе, тоже достаточно серьезный игрок, потому что он поставил удобную резину, мотора хватает и... Две блокировки дифференциала, ну, мне кажется, делают свое дело. У нас был короткий Геленваген, и пока все. Но потом подъехали ребята, которых я действительно очень сильно боялся, потому что, несмотря на то, что у меня была самая, ну, одна из самых дешевых автомобилей на покатушках, в превосходство Геленвагена ты как-то веришь. Ты веришь, что если, даже если у тебя недостаточно опыта вождения, навыков внедорожного, действительно профессионального. Потому что если я, например, ездил раньше зимой, то достаточно было просто селектор в D, блокировки дифференциала и газ в пол, и ты уезжал, в принципе, от всех. То в карьере уже нужно небольшое умение. Подъехали серьезные ребята, это Jeep Wrangler Rubicon, участник таких серьезных экспедиций, как Руян Город, экспедиция Трофи, в общем, на лифтованный, на хорошей подвеске, на огромных колесах, с демпферами, амортизаторы по $1500, в общем, все в нем было очень круто упаковано, полностью подготовлен для внедорожников. Но единственный минус, у Wrangler'ов не постоянный полный привод, а жестко подключаемый. И приехал очень серьезный L200, тоже на хороших бамперах. То есть у него теоретически свесы передние и задние, они практически минимальные. Также еще у нас была очень хорошая Нива, визуально стандартная, задняя блокировка дифференциала и правильный водитель. Сегодня мы начнем вот с такого вроде бы элементарного технического участка, простой съезд, но колеса у нас будут съезжать немножечко по очереди. Ну кто у нас первый в бой? Я думаю, что X-Trail, наверное, поедет, да? Потому что остальные все ссат. Покажи им, кто тут. Сейчас нам покажут правильное преодоление этого спецучастка, в общем-то. Смотрите с той стороны бампер. Давай, съезжай. Стоп, стоп.
Стой, все. Короче, непреодолимое препятствие. Он немножечко уперся в передний бампер. А назад ты сможешь? Только вперед не давай, ты чуть бампером уперся. Нет, ничего не надо. Стой, погоди. Давай лопатку принесу, подкопаем. Чуть-чуть, да. А то гелик потом не проедет, давай сейчас сразу сделаем. А давай по чуть-чуть вперед. Ну, давай. Точно нормально, я-то не вижу с той стороны. Все. Отсутствие блокировок сказалось. А у тебя крюк есть сзади? Да. Давай, потихонечку. Снимаем, вытаскивай, давай. Аккуратно. Не, нормально, это просто камень в колодку. Итак, второй участник сегодняшних наших замечательных соревнований по серьезному оффроуду – это Volkswagen Touareg. Сегодня я могу предсказать, что этот Touareg потеряет левую или правую туманку, но это так просто. Давай! Или брызговик, да. О! Сток приехал! Давай, приезжай. Нормально, там запас. Вперед! А ты там не упираешься? От! Электроника притормаживает буксующее колесо, система... Аккуратненько! Вот здесь красиво, прямо... Стоп! Блин. Красавчик! Вот так мы теряем фаворитов. 20 минут травился, понимаешь? Надо было здесь ехать тоже. Где? Вот здесь проезжай. Не, здесь реально жесть. Ну ты давай вперед-назад. Давай, Рэнглер, сюда! Не зря два троса взяли на трассе. Потом X-Trail поедет, короче. Я же говорил, надо на приори ехать, что ты, я не знаю. Итак, в общем, только что мы потеряли Паджеро на мудовой резине. Вот в этом закисшем таком болотном участке. К сожалению, не смог выехать. Но сейчас попробую я проехать. Антон, что скажешь? Да фигня вообще, я бы выехал, но что-то не хочется мотор перегревать, нормально. Стой! Как он работает?
Ну что, ты сел там? Да нет, нет. Не, ну мне кажется, сел. Ну, ну попробуй вперед чуть проехать. Я колеса мою. За задним колесом. То есть, как бы широко. Может, уже в море тогда. В море глубина непонятно какая. Не-не, да тут все сейчас как раз. Сейчас пробуем самый энерговооруженный, вчера самый мощный, поедет у нас Рубикон. Без вариантов. Так и планировал изначально. Без вариантов, красавец. Попробует это сходу взять. Ну, вернее, больше энтузиазма во мне, чем в Ниве, но надо же попробовать. Не зря приехали на покатушке. Ну, а теперь тогда уже вперед. Не, все, здесь все. Попробуем.
мотор чуть-чуть не хватило просто. Вот это не вина Ахиллесова пята. И накатал такую колею, а она по этой колее, не проваливаясь, легкая. Потом я еду по этой же колее и засаживаю. А тут блокировка есть? Одна, сзади, она, я не пойму, работает. Она не работает. О, вот это Нива дала всем, конечно. То есть задняя блокировка и межосевая. Задняя не работает, Антон. Не работает? Он верит в нее. Да, морально, это моральная блокировка. Да. Сколько мы в лесу сидели, на. Еще надо отметить, очень правильный водитель на самом деле. Блин. Ты только тут не подскочи, а потом газ давай. Короче, просто жми газ и не парься. Нет, сначала не надо, а потом дожимай. А, и закапывай. Короче. Давай, я в тебя верю. Я попал. Мне кажется, бампер сейчас останется здесь. Не-не-не-не-не. Слушай, нет, может... Нет, здесь это я просто большая. И сейчас как ты закопаешься сейчас дальше? Все. А назад попробуй, аккуратно. Ну, копай. Ну как? Все, вперед, Толь! А это бесполезно. Вот-вот, еще одна рамная фигня с длинной колесной базой, понимаешь, как бы, и вот, тяжелая морда, короче, надо Ниву брать. Стой, ты утонул, по-моему. Ты точно сел? Нет, ты скажи, когда ты точно сел. Вот убьёшь. Не-не-не-не-не! Она легкая! Нет, он мне скажет, когда он точно сел. Ты сел? Да, сел. Сел аккумулятор, и мы решили брутально ее завести. Человек хочет с горки съехать, и он сказал, что он может съехать с любой горки, лишь бы она завелась. Мы предлагали его на трассу потащить, но он не хочет. Поэтому ребята хотят попробовать съехать с обрыва аккуратненько. И, в общем-то... Давай, пошел. Не хочу такую же подвеску, а? А денег-то нет.
Что было следующее? Дальше, вот для этих пояснений я тоже переделал некоторые видео. Привезли Ниву, которая была негодна к эксплуатации. Она не имела права ездить по дорогам общего пользования, и ее надо было утилизировать. Потому что после того, как я выжил первый вариант событий, куча негатива, да вот вы там деньги некуда девать, да там что-то, зачем вы так делаете, издевательство над автомобилем, но, к сожалению, на ней развалилось все. Ее даже нельзя было продать на запчасти, потому что раздатка, коробка, мосты, все сломалось прямо вот в карьере. И затем мы просто решили ее красиво утилизировать. А тут она падает с обрыва, все нормально, все хорошо. Ну, конечно же, там не обошлось без выпендривания Рубикона, где мы оценили замечательные ходы подвески. В общем, позабавившись с убийством у так уже убитого автомобиля, мы поехали дальше месить грязь. Тут есть небольшой спуск, и мы должны попробовать ехать аккуратно. Здесь такая же история, как Шахой, но тут спуск немножечко пострашнее, так скажем, да? И, в общем, давайте попробуем. Короче, Володь, там обрыв достаточно крутой, спуск нормальный. Ничего страшного. Но ты съедешь, я тебе точно говорю. Я понял, только что там на гелике съехал, понимаешь? Точно? Да, ну давай, пошел. Все, давай. Мама, держись, хорошего настроения! Ура! Ура! Съехал! А он там живой, нет? Маман! Маман, ты живой! Уверенней, давай, давай, давай! Не, не, быстрее, нормально, все станет, попадусь. Опа! Это засада. Отойдите, отойдите все. Чуть назад выверни руль. Заверни форму. Да. Стой, стой, стой. Стой. Остановись. Дайте какой-то кадр отсюда. Что, я припарковался, пацаны, где покажу. Как же ты не заметил такую машину большую? Только вчера купили мы. Батьки, сгори. Итак, ну, не жалко тебе Нива? Сейчас вот все над ней издеваются, переезжают, знаешь. Слушай, ну у нас... Куча негатива будет, я думаю. Негатива, но у нас, смотри, провернула вкладыш, это раз. Да. Да.
Второе, ее утилизировали по документам. Мы ее привезли на эвакуаторе. А, все. А это уже не транспортное средство. Коробка сейчас сломалась. Мы когда здесь ехали, ты сам видел, а я оборвала кардан. Мост, то есть мост сломал. Единственное, что здесь осталось, это колеса. Кузов. Да, колеса. Ну, колеса ты уже, по-моему, кот подарил. Ну, мы их, я думаю, заберем. Мы еще на ней поедем. Она еще поедет, я серьезно тебе говорю. Мы в следующей серии, я тебя, кстати, приглашаю, если ты согласишься, по Москве-реке плыть. А, мы, то есть из нее сделать амфибию? Это будет амфибия, вполне реальная, и она реально поплывет. Реально, двое суток вдоль по Москве-реке плыть. Двое суток. Двое суток удочки возьмем, да? Я поражен вашим энтузиазмом, поэтому желаю удачи вам в новом проекте. Все подписывайтесь на канал Владимира, потому что, не знаю, ну, не я... пожалел. Не, там же. Ну, хотя, принципе, с другой стороны, она уже не имела права она ездить. Она не имела права передвигаться, ну, да, нигде. То есть, на забудь ней... вот это, ссылочки внизу. Да, все в описании. Да, ты... Подписывайтесь, если вы хотите посмотреть на эту амфибию. Да, амфибия в следующей серии. Вперед, дай. Давай попробуем браслет у нее поставить. Снимаешь? О, и назад не можно. Пробивать нам дорогу к следующему препятствию. Руль в другую сторону. Давай с разгону. Кстати, очень хороший водитель, очень хорошо знает твою машину, поэтому обратите внимание. Трос есть? Приходится иногда акробатические трюки. Как грязно-то, ёпта! Сейчас правильно одеваю, нет? Стой!
Надо раскачать, давайте раскачаем, он слезет. Давай, сюда. Сказали, что браслеты. Не, я тут не перееду, у меня реально не хватит геометрии. Нет, за скорость. Тут геометрии ни у кого не хватает. Я уже туда перепрыгивал. Но я боюсь, что у меня нет подвеска-то. Как бы. Нормально, нормально. Ну, там больше вместо меня прыгнуть. Нет. Номер, номер. Номер, погоди. Итак, в общем, продолжаем преодолевать препятствия. L200 у нас, к сожалению, немножечко по клиросу. А трос-то есть? Все есть. Ты с разгону попробуй. Я попробую. Ну так. Ну как? С разгону надо. Сыкет мне с разгону, я одного разгону, уже видел. Не-не-не, я нормально проехал, не переживай. Ну бояться, что сказать. Ну ничего, бывает. Да. Я пойду на поезжу. Пока у них не сыкотно будет.
стой! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Штрафной! Штрафной! Сейчас туда поедешь! Иди сюда! Иди сюда, у тебя шноркель есть! Иди сюда, говорю! Сейчас, подожди, не травлюсь! Не травись, нормально! Вот на тот берег надо выехать, вот! Я только что-нибудь проверял? Только что, смотри, машина мокрая! Вон, давай, вот сюда! Давай! По краешку, я так понимаю. Да, да? Не, не по краешку, вон, давай сюда. Вон трава, видишь, где растет? Вон трава, да. Там что-то, да, вон. Да, попробуем. Ломатура. Не, ну... Смотри, у вас. Пошел. Я пешком пройду. Давай. А, ну если пешком, тогда я тогда поеду сразу. Да ну, вообще. Да хуйня. Не, ты дальше посмотри. Сейчас. Потому что ямы пятиметровые. Я бы туда не поехал. Я уже не могу. Да. Надо вот там. На самом деле, ила всего вот так. А дальше камни. Там даже не по колено меньше. Шноркель есть, это хорошо. Да, и ребенок еще есть. Смотрим, как наш замечательный Great Wall должен сам себя вытащить. Конечно, надо было все-таки по моей траектории ехать. Но я что-то не смекнул. Ты решил... Это было скучно. Ты решил... Где самый спортивный? Я тебя подкрыльник выдрал, а? Да что ты будешь делать? Что, подкрыльник выдрал? Да. Это ваша проблема. Вот это не очень хорошие вести. А что не доводит? Да блять! Как бы она в воде полностью. Сапуны есть? Смотри. Гелик пошел. Да не. Он вот будет его так. Без полезности. Не, ну да, я туда поеду тогда. О, вес. Да, может, какая-то среда будет еще. Там сухо более-менее, там не глубоко до меня. Там сухо. Всех просто сюда. В одну лыжу. Ладно, народ, попробуй. Давай отцепим и сейчас хвоста попробуем. Ты борщи! Куда она полетела? Да! Кого? Они порвались. Давайте вытащим L200 тогда. До конца, протягу до конца. Смотрите, ты выйдешь.
попробуем лебедкой вытащить наш. Просто на тормоз. Своди ее! Что? На тормоз! На тормоз! Можешь подставить его повело уже! На нас не дергает даже. Нет, медведь тянет на нас. Да, я и про это говорил. А ты попробуй сам задним ходом езжай. Единственное, на лебедке нельзя тянуть. Хочешь назад попробовать? Ну, чуть-чуть назад отъедешь. Давай, я по сухом тебе стать надо. Место? Да? А ты включи на размотку, а отъедь просто, а пусть она размотается. Блядь, точно. Вы поплыли? Иди, еще не факт, что заведусь. Ребят. Антон, там с другого борта интересно, сейчас вода будет выкатываться. Порог уже точно льется. Спасибо вам большое за внимание. На данный момент что мы будем делать? Ну, это можно считать официальным поражением нашего внедорожного Геленвагена. Мы будем его лифтовать, ставить двойные амортизаторы. Ну, сейчас с этими нововведениями мы как-нибудь вот все это правильно оформим, чтобы все было хорошо. К сожалению, я так думаю, мы не очень правильно все-таки включили лямбду. По-моему, мощность у меня немножко упала, поэтому мы опять подключим лямбду и сделаем из него уже более серьезный подготовленный внедорожник. Но Рубикон и Нива в том числе, конечно же, хороши. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки. Что следующее? Следующее, я уже, наверное, сейчас нахожусь в Шелковом пути. Видео будут выходить. Новости про автомобильный тюнинг, про народный автотюнинг. Теперь со мной в жюри будет мистер Крёмер. Это один из самых известнейших YouTube-блогеров Германии. Он тоже будет смотреть на ваши автомобили, делать выводы и удивляться возможностям русского тюнинга. Поэтому подавайте заявки, почты снизу. Всем вам большое спасибо. До встречи.